Сессия соучаствующего проектирования – это один из этапов проектной работы слушателей программы «Мастер территориального развития», проводимой на базе Института государственной службы и управления. Один из учебных кейсов программы посвящен развитию реального училища в Самаре. Программа у нас полностью практикоориентированная. Слушатели работают с конкретными территориями. Обычно это территории, имеющие какое-то историческое значение, объекты культурного наследия. Некоторые проекты, допустим, проект позапрошлого года, это Морозовский казарм в Твери, уже нашел своего инвестора и будет реализован в ближайшее время. Основная задача встречи слушателей программы в Самаре – пообщаться с местными лидерами общественного мнения и сформировать видение и возможность сценария использования объекта культурного наследия с точки зрения инвестиционной привлекательности, тенденций социально-экономического и пространственного развития города. Мы представляем сегодня презентацию кабинетных исследований, которые делали слушатели на протяжении полугода. То есть они учились, изучали нашу территорию, конкретно это объект реального училища. И вот сегодня они пришли на эту площадку, на это мероприятие, для того, чтобы пообщаться с городскими лидерами, узнать, получить обратную связь, правильно ли они разрабатывают гипотезы. В дальнейшем, по завершении исследований, будет разработан итоговый проект по развитию здания реального училища. Он будет вынесен на защиту и в случае успеха реализован. Встреча прошла при поддержке администрации городского округа Самара, Института государственной службы и управления РАНХИКС, лаборатории территориального развития Самарского университета. Александра Гусева, Петр Паламеев. События.